что означает имя Доминика, характеристика, совместимость, характер и судьба. Происхождение Доминика о переводе с латинского «Божий день, принадлежащий Богу» или «Тот, кто родился в воскресенье». Основные черты – воля, общительность, активность, интеллект. Цвет – желтый. Тотемное растение – вереск. Тотемное животное – кар. Знак – рыбы. Тип – не судите о них по имени, даже если их тотемом является кар. Эти особы способны доводить до конца самое трудное и непосильное дело. Как правило, это женщины экстракласса, вызывающие симпатию у окружающих людей. Психика – скорее они люди дела. Им легче что-то сделать, чем рассказывать об этом. У них мужская манера руководить и править. Объективны и уверены в себе. Воля с детства очень сильная. Вокруг них должна быть люди с уравновешенной психикой, иначе они полностью подавят их. Возбудимость в этих женщинах вы найдете верных друзей. Умеют дружить как с мужчинами, так и с женщинами. Скорость реакции, легко зажигаются, но действуют всегда с расчетом. Любят противоречить и говорить «нет». Поле деятельности эти женщины всегда осуществляют задуманное. Самое главное для них – выбрать профессию. Доминика выбирает работу, где нужно приказывать, даже если это связано с риском. Если уж заинтересуются искусством, то обязательно станут скульпторами или художниками. В любом случае им удается обвести других вокруг пальца. Интуиция – в них есть нечто скрытое, неизведанное, кутанное тайной, что заставляет окружающих теряться в догадках по поводу их личности. Интеллект – обладают синтетическим типом мышления. Однако нужно следить, чтобы эти девочки не хватали по верхам, а вникали в суть проблемы. Восприимчивость – хорошая, но без перехлёста. Им свойственна сдержанность, не любят выставлять свои чувства на обозрение. Нравственность этих женщин не поспевает за их действиями, как интендантский обоз за армией. Если им выгодно, то могут изменить свои моральные принципы. Здоровье, им кажется, что у них лошадиное здоровье, поэтому не щадят себя, мало спят, нерационально питаются, слишком много работают. Мелкие недомогания могут осложнить их жизнь. Слабые места, вегетативная нервная система, половые органы. Сексуальность, женщина с подобным типом характера ощущают сильное влечение и стремятся жить полной жизнью. Их сексуальность – это все вместе, лакомство, наслаждение, одухотворенный секс, счастье и несчастье. Активность, активно и пытаются сделать карьеру в профессиях, относящихся к разряду мужских. Общительность, они несравненные хозяйки, отлично готовят и умеют развлекать гостей, умело и интеллигентно используют выгодные знакомства в своих интересах. Доминика с большой любовью относится к семье, но по характеру все таки независимо. Заключение, у этих особ слишком твердый для женщины характер. В таких тихих женщинах кроется тайная сила и мощь. Характеристика, маленькая Доминика, здоровый безмятежный ребенок. Она с детства смела, упряма и обидчива. Характер у нее независимый, коллективных игр не переносит, скорее будет возиться с куклами в собственном углу, никого не беря в компанию. Внешне она похожа на отца, а все повадки у нее материнские. К школе привыкает трудновато. Освоившись, начинает делать успехи. У нее хорошая память, она знает много стихов наизусть и охотно будет читать их в кругу знакомых. К 16 годам характер этих девочек меняется, становится более трудным, отношения с матерью совершенно разлаживаются, между ними возникает полное непонимание. Позже, выйдя замуж, они также не могут найти общий язык со свекровью и пытаются жить с ней врозь. Доминика стремится утвердиться в жизни, она обладает хорошей интуицией, ее трудно провести, к тому же она мнительна. Гостеприимна и сама с удовольствием ходит в гости. Зимний, влюбчивый и импульсивный, сначала совершает поступок, а потом начинает осознавать, что поступили опрометчиво. Летний, чрезмерно добрый и бесхарактерный, эти качества не приносят им ничего хорошего. Брезгливы, осенние модницы одеваются несколько необычно, их цвета – фиолетовый и красный. Они правдолюбки, и борьба за правду часто не кончается для них добром. Выбирают себе профессии мечистры, педагога, художника, врача, журналиста, вагоновожатого, парикмахера, продавца, экскурсовода. Телефонистки, повара, певицы. С именем Доминика прекрасно сочетаются имена Сергей, Владимир, Ярослав, Игорь, Донат, Мирослав, Мечислав, Клим с одним из обладателей. Этих имен она наверняка будет счастлива. О многих других, о Скоре, Адаме, Натане, Николае, Савелии, Модесте, Леониде, Руслане, этого сказать нельзя.